Приветствую вас, дорогие друзья, мы с вами сегодня продолжаем проходить мафию без оружия огнестрельного. Мы будем проходить при помощи бейсбольной биты, будем убивать всех остальных при помощи этой же самой биты, либо кулаков, как будет удобнее. Сейчас мы, разумеется, будем разбираться с ними с битой, я бы мог, конечно же, кулаками. Проблема в том, что они все будут оплеухи отвешивать поле, у поля очень мало здоровья, он очень тупит, поэтому это почти что невозможно. Ну, возможно перебить всех с кулаками, но проблема в том, что очень мало здоровья будет у поля, и второй этап пройти будет почти нереально. Там нужно очень сильно повести, враги должны очень сильно тупить, чтобы у вас все было хорошо. Поэтому сейчас мы проходим с битами, ультраклассическим способом, просто вот так вот врубаем, вырубаем всех, поле очень хорошо их кайтит, очень хорошо их на себя берет, но вот этот пухленький что-то брать не хочет на себя заботу об защите своего поселения, если можно так назвать, о защите своего суверенитета. Давай, 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 поле, давай, закромсаем его вдвоем. Вот так. Как истинные гопники. Мы молодцы. 96 хп у меня и 73 у Поли. Это еще очень хороший результат. Да, мы не, там не стали убивать вот этих двух идиотов, которые там старушку взламывают. Ну, какая разница? Это же не имеет значения, да? Или имеет значение? Ну, я же думаю, что это не имеет значения. А, ладно, уговорили, пошли. А то ведь обязательно найдется кто-нибудь. Обязательно найдется кто-нибудь в комментариях, кто скажет, а там двое этих ублюдков, возможно, кто-то из них вообще в принципе не знает, но после того, как я упомянул, а, да, да, там вот надо убить было кого-то вот там, вот там. Вот. Поэтому устраняем ушлых уродов. Смотри, как это все легко. Это же просто элементарно, как ты его задел-то фомкой. Ой, больно, больно поцарапал. А, тебе и все, минус хребтина. Ударило в бок, но минус хребтина. Бывает и такое, да, это же Томми. Он уже стал очень опытным. Так, пришел такой мирный житель, думал, ах вы ублюдки, нате, 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 ой, вы проучите их, да? Конечно, проучим, можете идти домой спокойно. А, да, так, хорошо. Потом уходим такие, на, ублюдок. Ну, конечно, мертвый же не ответит. А злобу свою выместить надо. Так, вот сейчас начнется самое интересное. Разумеется, пушку я буду выкидывать, потому что... Ну, чтобы соблазна не было, я воспользовался, правильно? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, поле, давай выручай! Тебе же можно пользоваться пистолетом, давай, стреляй! Отнимаю у них драгоценное здоровье! Ой, дебил! Ой, дебил! Чё он назад смотрел назад? Сзади его. Вот именно про эту тупость Поли я и говорил. Ну, то есть вы поняли, да, насколько беспомощный и тупой Поли? Он абсолютно даже помогать не хочет. Два человека всего на все. Два человека! Это не можешь двух человек убить! Ну что ж такое-то? Давай, 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 давай. Ну хоть тут-то давай ассистни. Я вырву тебя из сердца. Привык, что я все за тебя решаю. А ты тут шуточки свои отпускаешь о том, как надо их перебить. Зубы выбить. Кости им переломать. В крови их оставить. Давай, 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 кромсай. Ого. Такое ощущение, что я до него вообще не коснулся. Он такой, театрально докупал. Так, 92,88. Неплохо. Чем больше здоровья останется у поля, тем проще будет пройти мне сбитый тот эпизод. Я вообще не верю, что это возможно, но... Я знаю точно, невозможно, невозможно. Сказал Луиджи в толчке, так неосторожно. Так, главное, поле не ошарашить по спине. Давай, поле. Сделай так, чтобы он замахнулся. Давай, почти. Надо поряхи его толстый, ну. Побудим его похудеть. Тихо. 88. О, ничего себе, у Поли даже больше здоровья. Поли, ой, блин, уже не больше, вот приравняли. Почти что. Блин, это было некрасиво. 5 хп, ну ладно. Слава богу, что вы не сумели. Наконец-то есть...
Мы тоже шпана. С нами кто разберется. Так, ладно. Давай, боли. Этого я вырубаю. Все, 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 вырубил. Ой, ну сразу вырубаю одного и прям пуля прилетает в спинку. Так, давай, Полянский. Плечок, давай, 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 ну же. Так, у меня здоровья очень мало. Пуля, почему по тебе не стреляют? Так, хорошо, одного он убил. Так, того я вырубил, этого я вырубил, мало здоровья. Тому этого ублюдка нужно убрать. Поле. Нам с тобой нужно этого ублюдка убрать. Ты понимаешь? А ты прячешься. Вот когда надо, ты прячешься. Вместо того, чтобы танковать. А когда не надо, он придется с одним хп. Так, ладненько. Так, я не успею до его перезарядки. Идея плохая, поле-то где там застрял. Ну тут специально, что ли, я изолировался. Молодец. Вот, вот как я, вот о чем я и говорю. Когда нужна от него помощь, он изолируется. Когда не нужна помощь его совершенно, он прется и умирает. Конченая. Так, их там осталось всего-навсего трое. Один спрыгнет сверху, другой с кольтом сидит возле почек. И там еще... Ай, блин! Так, попытка номер 4. И они согрелись все на меня. Это просто полная жопа. Полнейшая. И первый раз я такой вижу, что все согрелись на меня. Абсолютно все ублюдки. У меня 62 здоровья. Охренеть, как я буду проходить это все. Если я с таким хп пройду, это, блин, это 10 миллионов лайков надо ставить. Ладно, все, максимально до точности. Поле, давай, 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 давай. Хорош, Поле, молодец. Ты конченый просто, когда пошел на двух идиотов вооруженных. Одного из которых я контролил, а второго я держал на виду. Ну вот то, что ты прям бьешь сейчас всех очень хорошо, это прям вообще молоток. Но ты еще далеко не реабилитировался. Ой, Поле, извини. Так, 61 хп, обалдеть. Я, кстати, закончил 61-ю школу, поэтому, возможно, это символично. Видимо, с этим здоровьем мне суждено пройти. И этот безумный челлендж, который я сам себе создал. Атрей, no challenge gun hello. Смотрел некоторые видосы. Мощно. Кто-то заглянул починиться. Дом у этих умников пистолет. Так, хорошо, хорошо, повезло, Густик. Понюхаю тебя. Может, придаст мне это силы. Давай, Поле, 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 давай, на тебя вся надежда. Хорошо, в голову попал ему. Так, сиди, не уходи. Сиди, не перди, 36 кп. Это, Поле, ну как так-то? Надеюсь, он не попрятался сюда. Ну какого черта? Поле! Молодец, Поле, хорош! Он в тебя даже не попал! Как ты это смог сделать-то? Подгадать момент. Так, ладно, финальная, пятая попытка. Больше я не намерен делать, потому что меня уже горит от действий Поли. Кто-то заглянул починиться. Просто непонятно, как он постоянно под пули попадает. Одну пульку схватил, ну ладно, у меня был запас здоровья, поэтому не страшно. Так, 83-82. Удивительная синхронность у нас. Покажи. Покажался, покажался. Поле, ты что там стоишь, идиот? Так, хорошо, он с ПКшкой. Поле, 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 давай, давай, давай. Страхуй дружбана своего. Да не в стену стреляй, в него стреляй. Поле, я же мог тебя ударить. Хорошо. Так, идем дальше. Вот тут переулок, переулок смерти настоящий.
Так, ждать, пока он вернется. А хрен он вернется. Вот так. Только так, и это Биг Мак. Хреновый рифм. Ну, видимо, создатели этой рекламы думают, что это рифм очень хороший. Хорошо, Поли, стоять! Стоять или сидеть, или лежать вообще? Даже не рыпайся, блин, такой соблазн-то. Все, два человека там осталось. Так, ладно, ПК. Поли, у них ПК и Смит Вессон. Так, ПК я не боюсь. Смит Вессон. И там два ПК? Серьезно? Ну чё, ты ни о чем? Тихо-тихо-тихо, Поле, погоди, погоди. Куда прёшься? Куда ты прёшься, идиотина? Дай пройти тебя, защитить хотя бы. Хорош, да! Да, мы прошли это. Ой, невероятно, друзья, как я вспотел. Пятая попытка неужели оказалась удачной? И этот уровень можно пройти за одной из бейсбольной бит, несмотря на то, что Поле постоянно тупит. Если бы его тут не было, можно было пройти этот уровень легко и с кулаками. Но так как он постоянно идет на рожон, нельзя ему приказать сидеть на одном месте. Он все-таки не Сальваторе, который называет шефом постоянно нас. Поэтому только вот... Только так, только стараться, только мучиться. Я надеюсь на то, что сделка века будет проходить все-таки попроще. Там все-таки Сэм и Полли. И они как-то... Да, конечно, проще. Угу, наивный. Ну, в общем, друзья, спасибо всем огромное за внимание, за терпение. Поставьте, пожалуйста, как можно больше лайков, чтобы меня успокоить. Это меня будет мотивировать делать для вас дальше безумный, интересный, оригинальный контент. Все, пока.